Кунградский район, УСП, Конгиро-Тумани, Униро-Тумани, Каракалп, Конрад район, Айрат районы, административная единица в составе Каракалпакстана, Узбекистан. Административный центр город Кунград. География. Кунградский район ограничен на западе плато Устюрт, на востоке рекой Амударья, севера старой береговой линии исчезающего Аральского моря, а с юга границы республики и Хорезмской области. Его территория составляет почти половину площади Каракалпаки и 12% площади Узбекистана. По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят город районного подчинения Кунград, городские поселки Акшалак, Алтынкуль, Елабат, Молодость, Каракалпакстан, Кубла-Устюрт, сельские сходы граждан Адибиат им. Ажиния за Кунград Кипчак. Чак маршировать пример Роза Суэнли Устюрт Хорезм. История. Кунградский район был образован в 1927 году. 5 февраля 1960 года к Кунградскому району была присоединена часть территории упраздненного Шуманайского района. В 1963 район был упразднен. 22 февраля 1964 года восстановлен Кунградский район, является самой крупной территориальной единицей второго уровня в Узбекистане. Площадь района больше, чем Бухарской области, которая является третьей по площади территориальной единицей первого уровня в Узбекистане. Экономика. В Кунградском районе расположен Устюртский газохимический комплекс, Кунградский содовый завод,